Рейсинг, номер 17, команда автомобилист. За задержку времени игры наказан Шенфельд. 4-4, играем. Варнаков. Гол. 1-0. Торпедо. В формате 4-4. Секунд за 7 проехали от своих ворот до чужих. Красотища в исполнении Михаила Варнакова. Я бы еще отметил передачу Шенфельда, потому что атака-то шла 2 в 2, если вообще не 2 в 3 с догоняющим. И Шенфельд, вот здесь пауза. Тончайший пас на Варнакова, тот убирает на неудобную паузу, выдержит их падение. Красиво! В топ-10, пожалуйста!